Участник номер два. Участник номер три. То есть сейчас ты самый громкий, как вы считаете. Итак, кто вы считаете занял третье место из этих шести мотоциклистов? Итак, третий день, ребят. Пятый участник, третье место. Запомнили, да? Хорошо. Второе место. Кто занимает второе место, по вашему мнению? Так, второе место, пятый участник. Так вот, только третий занял. А, это шестой ты получается, я понял, да. Хорошо. Итак. Второе место, руки вверх, третий, шестой, третий. Ну,